Всем привет, это шестой выпуск блога из национальной сборной. Я сегодня в парадном, это не случайно. Вот здесь вот рядом с площадкой такие скамейки. Скоро их вынесут на лед для того, чтобы команда сфотографировалась. Это церемония фотографирования официальная перед турниром, на который мы отправляемся в этом же выпуске. Но фотографий сегодня будет две. Почему так, расскажет Женя чуть позже. А пока давайте смотреть сборы перед турниром. Серый, как настроение перед фотографированием? Отлично. Вот слушаем, когда вызовут нас, чтобы расставить по росту, чтобы все смотрелись красиво. А ты в каком ряду? Не знаю, еще не вызывали. Там схема в раздевалке висит. А мы в другой, видишь, мы не в основной раздевалке, поэтому мы не знаем. А вы запасные? Мы в запасе. Сегодня у нас была не совсем стандартная фотосессия. У нас была одна командная фотография для состава, который отправляется на матчи в Тулу, в Питер. И еще одна командная фото, где мы собрали всех коучей, вообще весь персонал, который работал с командой на минском этапе сбора. Это и повара, и физиотерапевты, и те тренеры, которые были приглашены в сборную для, скажем так, прохождения практики своеобразной, да, Чуприс, Дурнов и так далее. Вот, чтобы у них на памяти, у ребят осталось что-то от этого этапа, потому что здесь действительно собиралась совершенно новая команда относительно и игроков, и штаба. Летим сегодня регулярным рейсом до Москвы, до Домодедово. Дальше будем уже добираться до Тулы. Нам написали администраторы, которые выехали с баулами раньше, вчера еще, что там огромные пробки, впереди длинные выходные. Поэтому сложно сказать, сколько мы будем добираться до пункта назначения. Сейчас на часах 11:38 утра. Скоро вылет и вечером скажем, сколько времени ушло на дорогу. Мы просто идем. Четырнадцать двадцать четыре. Мы уже в Москве. Сотик, ты первый раз в Москве? Ну да, прилетел. Красиво, да. Поздравляю. Как полет, Лех? Нормально. К чарту уже привыкли. Прилетели в Москву, температура на улице плюс 6 градусов, честно говоря, прохладно, но у нас есть бомберы и толстовки. В автобусе будет точно тепло и успеем мы согреться, потому что, судя по навигатору, ехать 4,5-5 часов, огромные пробки, люди из Москвы уезжают за город на длинные выходные, поэтому это еще одно дополнительное приключение на нашем пути. Начнем с посадки в автобус и обещанных в расписании команды вкусных сэндвичей. Уже заспанное лицо, тут уже можно успеть сделать все, что угодно. Ребята и в интернете посидели, и поспали, и хоккей «Магнит» КЦСКА досмотрели в автобусе. А мы все едем. В 15:30 мы выехали из Домодедова, сейчас 17:50. Почти 2,5 часа мы в дороге. Покажу сейчас пробку. Вот у нас 2:21, но еще, значит, 22 часа, в общем-то. Еще 2 часа, а сейчас покажу, с какой скоростью мы вообще движемся.
18:56 на часах. Это значит, что 3,5 часа мы уже в пути. Вот сделали первую остановку на 10 минут. Ехать, конечно, тяжело. Надо размяться немножко. Но вот сейчас покажу, как движется поток. Нужно смотреть на дальние машины, что мы в левом ряду едем. Вот примерно вот. Но это быстро. Эта фура едет быстро. За окном стемнело уже. У нас появилось сопровождение ГАИ ровно с границы Тульской области. А вся пробка была до границы. Оказалось, что там был ремонт моста перед длинными выходными. Вот мы мост проехали, пошло движение. Буквально через пару километров началась Тульская область. И все, и нас сопровождает экипаж ГАИ, хотя мы и без него отлично уже едем. У нас уже стемнело, появилась ночная подсветка. Но мы еще пока не в Туле. 20:39 на часах, это значит, что мы 10 часов пути от Минска. А мигалочки еще лучше стали видны. Все, приехали, выходим. Слушай, название «Император», прикинь, мы что? И мы только что видели. Кусары, дворец. Не знаю. Это что? Коля, ты уже поспал, матрасы мягкие. Да, все отлично. А мы почти 10 часов в дороге. Да. Но зато нас сопровождали. Это было. Мы приехали. Сейчас ужин. Достаточно уютно. По-домашнему выглядит кухня. Поедим, будем отдыхать. К сожалению, из-за этих больших пробок не успели на вечернюю тренировку, поэтому сразу заселение, ужин и уже работать завтра. Ровно 11 часов назад мы выехали от Минск-арены. Вот такой вот долгий путь, в котором, в общем-то, только дорога и ужин. На этом первый выпуск с выезда и 6-й, в принципе, с этого сбора будем завершать. И до встречи уже в завтрашнем выпуске, в котором мы покажем первый матч на нашем турнире в Туле.